Можно я вам сложный вопрос задам? Вы в свое время начали работать на советскую разведку по идейным соображениям. Но Россия больше не является социалистической страной. А кому или чему вы верны? Почему вы остались здесь? Ну, потому что я очень, во-первых, надеюсь, что это только этап на длинный путь к настоящему социализму. И что я только волею судьбы стал часть этого этапа. И для меня это еще далеко не конец. Ну, может быть, это конец моей жизни, но я имею в виду конец путь, который человечество должен пройти, чтобы достичь это идеальное положение, когда она стала годна для создания социалистического общества.